Я прекрасно провожу здесь время за покупками на фестивале мастеров My Handmade Armenia. Я увидела здесь работы армянских арт-дизайнеров, сделанные на очень высоком уровне мастерства. В особенности мне понравились работы из дерева и металла, которые здесь представлены. Например, на фестивале Handmade Armenia я приобрела это красивое кольцо из серебра с цветочным узором от гюмрийских мастеров. На глине делать цветочек, я оставлю себе на карпеты шатлавашхатанке. Я у себя в России тоже участвую в handmade маркетах, но я как бы не пробовала вот ткать вот это делать, но я знаю в принципе как это делается. Мне очень хотелось давно попробовать. Вот, просто импровизирую. Ներկայացնում ենք Կասկադում, Ինձարագործ Հայաստան փառատոնի շրջանակներում, որը տեղի ունենում սեպտեմբերի